Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас интересные покупочки в Wildberries, сезон Яндекс.Маркет. Итак, поехали. Покупочки в Wildberries, это у нас коврик. Купила коврик для ванной обновить, наш уже пришел в негодность. Хотелось очень большой размер, прям на весь пол. Но выбрала немножко поменьше все-таки. Выбрала немножко поменьше. У этого продавца, кстати, мне очень понравилось. У него огромный выбор. Там есть вот модные такие сейчас под мрамор с разводами. У меня размер 80 на 100. 80 на 100. Ссылочку оставлю. В магазин продавца зайдете, посмотрите. Потому что у него иногда большие размеры гораздо дешевле, чем маленькие. Там вплоть до 2 метров. Вот такого плана коврики. Очень красивой, стильной расцветки. Смотрела на эти мраморные. Но, почитав живые отзывы, поняла, что хочу именно такой. Он прям в интерьере, вот в отзывах, в фотке выкладывают люди, да, смотрится очень стильно, очень классно. Сейчас разверну, покажу. Ну, вот так он выглядит, такая как будто мозаичная плитка по дереву, но очень стильненько. Мне безумно нравится такой дизайн. Кстати, в коврике была завернута вот такая бумажка. И здесь у нас про состав. Войлок, микрофибра, хлопок, латексное напыление по технологии Дулатекс. Вот всю информацию вам показываю. Так, и... Вот такой он красивый. Мне очень нравится. По толщине, по материалу. Смотрите, он вверху такой вот... Блин, даже я даже не могу объяснить вам, у кого такие коврики были, те поймут. Здесь выбиты вот такие штучки, противоскользящие, да, покрытие на плиточку. И он такой вот толстенький. Там в карточке товара можно увидеть описание, что там, да, действительно, видите, войлок. Он такой толстенький. Сверху вот, вот это покрытие. Оно такое гладенькое, но пишут, что очень хорошо впитывает. Прям моментально. Ну, красота. Мне очень нравится. Тут даже что-то написано, бренд, наверное. Очень бюджетные коврики. Вот этот мне обошелся 600 с небольшим. 600 с небольшим. 100 на 80 размер. Такой крупненький, большой. Какие-то расцветки в таком размере дороже, какие-то дешевле. Коврики большие тоже какие-то расцветки дороже, дешевле. В общем, долго копалась, выбирала. В итоге мне нравится. Ну и вот так вот он смотрится. Очень красиво нам под пол подходит. Ну вообще стильник. Стильник. Такая мозаичка прям классная. Еще одна покупочка Озон. Это кислородный карандашик Pink Magic. Бренд мы с вами все прекрасно уже знаем. У них есть наш любимый товар с 5000 отзывов. Производитель проверен, поэтому даже сомнений никаких не возникло. Чтобы взять сразу 2 штучки. Итак, давайте открывать. Во-первых, сразу 2. Ну, потому что с детьми иначе нельзя. Вот так выглядит сам карандашик. То есть здесь мы с вами отлепляем первое деление и обрабатываем поверхности. Для чего такие карандашики подходят? Они очень удобные. Тогда, когда нельзя вещь, допустим, постирать, замочить. Ну что, ну, допустим, у вас пятнышко на шторах, да, мебель какую-то оттереть, ковры. То есть вы не будете же их засовывать в машинку, и в любом случае они не засунутся, а чистка ковра стоит дорого. Вот тогда таким средством очень удобно удалять пятнышки. Идеально подходит для пятен от кофе, чая, кетчупа, жира, йода, зеленки, губной помады и даже ржавчины, тонального крема, с курточки, с воротничка вывести вообще прям просто шикардос. Чернил, ручка, фломастер, обувь, белые подошвы, обивка мебели, когда что-то вдруг разрисуют дети. У кого есть дети, но такие вещи, они вообще в доме незаменимы. Ковры, машина, кстати, для обивки машины. Весной обязательно займемся этим. Так, что мы с вами сейчас будем делать? Покажу. Во-первых, мой новенький ковер на кухне. Ковер на кухне, это, конечно, такое себе удовольствие, но нам все равно нравится с ним, нежели без него. Здесь... По ходу дела кетчуп. Дети вчера ели макароны, и вот смотрите, что произошло. Терло-терло, ничего не оттирается, поэтому сейчас будем с вами обрабатывать карандашом. Такое произведение искусства от Крисы. Это фломастер. Да, это фломастер. А футболка, причем уже после стирки, чистенькая. И фломастер как был на месте, так и остался. Поэтому тоже будем обрабатывать. Что мы с вами делаем? Нам понадобится кипяток. Я вскипятила чайник, перелила вот в такую мисочку. Отделяем первое деление. Оно легко отходится. Вот так поддеваем за крылышко. И все у нас отходит. Не обязательно кипяток, но температура должна быть не меньше 50-60 градусов. Она должна быть хорошо горячей. Нам нужно смочить обильно пятно горячей водой. Я подложила полотенце. Если у вас ткань деликатная, какая-то там тоненькая блузочка или еще что-то, тоже поступайте таким же образом. Тогда возможность повредить ткань сводится к нулю. Мы обильно поливаем пятна кипяточком. И начинаем тереть до образования пены. Карандашик тоже можно смачивать в кипяточке.
Вот таким образом. Ой, как здорово. Уже практически отошли. Смотрите, как быстро. Также можно еще потом руками потереть ткань до образования еще большего количества пены. А пока мы обильно проходимся по пятнам. Воды должно быть достаточно, поэтому мы в процессе можем с вами ее подливать. Смотрите, если мы ее подливаем, мы можем наблюдать с вами более бурную реакцию. Пена прям образовывается на глазах. Булочку мы с вами обработали. Мне, честно говоря, уже результат нравится. Оставляем на 10-15 минут и передвигаемся к Делаем с котлу. ковром все то же самое. Наливаем горячую воду на пятно обильненько. Я тут в процессе еще одно пятно нашла от шоколада по ходу дела. Берем с вами карандашик, смачиваем и начинаем тереть. Если пена не образовалась, значит вы плохо смочили вещь и плохо смочили карандаш. Или у вас вода не такая горячая. Вот видите, пенка. Оп. Уже, в принципе, все. Уже, в принципе, практически сразу все. Так, сейчас пятнышко от шоколада. Тут у меня еще было два. Вот оно, видите, коричневое. Ой, тут тоже сразу все отошло. Какая прелесть! Вот ковры чистить. Ну, я обожаю просто карандашиком. Раз, два, и никаких пятен нету. И можно сразу тряпочкой протирать. Вот тут еще водички добавлю сейчас. Так. Ну и все, в принципе. Смотрите, как быстро, девчонки. Видите, пена есть. Пена должна быть обязательно, если вы соблюдаете правильную технику удаления пятен, то пены будет много. Ну вот и все. Я буду протирать уже сразу. Теперь мы просто берем влажную тряпочку и вот так вот все протираем. Нет, пятен у нас с вами не осталось никакого следа. Люблю, когда чисто, и люблю, когда поддерживать свою квартиру, свои вещи в чистоте можно вот так быстро, удобно и эффективно. Детская, у нас задача поинтереснее. Здесь стол. Стол письменный Ксюшкин, и она здесь черным маркером его уделала. Мы подключали абсолютно всю тяжелую артиллерию в доме, вплоть до всяких ядовитых каких-то жутких веществ, и мы так и не смогли оттереть вот эти пятна. Поэтому в работу вступает Pink Magic. Смачиваю в кипяточке. И вот таким образом тоже создаем обильную пену. Ксюшка так расстроилась, она мне прям сначала не говорила, сама чистила. Но у нас ничего не вышло. У нас абсолютно ничего не вышло. Мы прям самые ядовитые вещества пробовали. И ничего, мои хорошие. Но тут я вижу, что вроде отходит. Слушайте, прям сразу. Ничего себе. Мы замачивали, мы оставляли на час. И все равно вот эти темные пятна, они не отошли. Так, вот еще такое вот пятнышко, видите? Тоже вот она занималась художеством с помощью черных фломастеров. И вроде они на водной основе, но почему-то стол не оттерся. Ну, зависит еще от материала стола, конечно. Сейчас будем приводить в порядок. Ну, вроде, смотрите, сразу растворяет. Видите, пена темнеет. Классно. Так, вот тут еще полосочки какие-то. Ой, ну ничего себе. Вы представляете, мы этот стол терли несколько дней всеми средствами в доме. А тут раз и все. Вовремя мне мой карандашик пришел. Теперь мы все это дело влажной тряпочкой также убираем. Вау! Красота! Это у нас клей. Это клей, причем клей момент. И я боюсь его отдирать, боюсь, что он с поверхностью стола, с краской вместе. Поэтому вот эти два кусочка это клей. Так. Ну, прелесть же. Ну, вообще моментально. Ну, просто супер. Все пятна на столе вывела. Ребенок будет бесконечно рад. Можно, конечно, сейчас и клей попробовать удалить. Мне страшно. Вот тут тоже клей, клей, клей. Красота. И моментально. Как раз 10 минут, пойдемте смотреть футболку. У нас вот такая вот потрясающая история. Я даже стирать, если честно, ее не хочу, потому что она стиранная. Я сейчас все это дело сполосну и
Повешу сушиться. Полоснула футболочку, повесила ее сушиться. Как видите, от фломастера не осталось абсолютно никакого следа. 10 минут, и мы удалили такие жуткие пятна. Безумно довольна. Я люблю такой формат уборки, когда вот быстро, качественно и круто. Я считаю, что женщина не должна постоянно что-то мыть, чистить и так далее. А обязательно нужно искать для себя средства, которые облегчают наш с вами нелегкий быт. Универсальный, дешевый, безопасный, экономичный, очень удобно хранить, занимает мало места. Вообще положил просто, ну, маленькая коробочка, потрясающая. Не оказывает никаких негативных воздействий на кожу человека и на ткань. То есть цветной ковер мы с вами, видите, обрабатывали. Ничего с ним абсолютно не случилось, ни цвет не полинял, ничего. Также и на кожу человека тоже, вот, ну, даже не посохло нигде ничего, работала руками, без перчаток, все отлично, все замечательно. Смотрите, как он стол очистил, то есть с самыми сложными загрязнениями, с которыми мы боремся уже несколько дней с помощью едкой химии, он справился просто за меньше, чем за одну минуту. Однозначно могу вам его рекомендовать, я обязательно буду покупать еще, а вы заказывайте по ссылочке под видео, обязательно найдете ее внизу под роликом в инфобоксе. Купочки Wildberries, и что здесь у нас интересно? Здесь ботинки интересные, очень бюджетные взяла Крис. По канцелярии опять прошли, здесь два клея, причем бренд одинаковый. Вот так он называется. Заказала один большой. Сколько там? 15 грамм. Один, 9 грамм. 9 грамм почему-то пришел в пакете, а 15 без. Еще обычный белый картон формата А4, 8 листов. Кстати, хороший картон и очень бюджетный. И массажер для головы. У нас такие были уже с Ксюшкой. Мы любим ими массажироваться и любим с ними голову мыть. С ними голову мыть вообще очень полезно, на самом деле, пробуждать волосяные фолликулы. Очень бюджетная цена, надеюсь, прослужит подольше. Вот, собственно говоря, два клея. И сейчас достанем ботиночки. Вот такие вот ботиночки, очень класснючие. Показываю этикетку, 800 рублей. Взяли 26 размер, у нас где-то 20, мне кажется, второй. Но так как здесь войлок внутри, и он очень толстый, взяли побольше, ну, чтобы на осень заодно хватило. У Крис сейчас и зимняя обувь тоже 26 размера. Ну, там тоже толстый мех и небольшой запасик есть. Ну, в общем, классные. В общем, классные. Мне нравится. Здесь такой носочек еще прорезиненный, светоотражающие полосочки. То есть промокать не должны. Хотя вот я по фото товара сначала думала, что будут промокать. Нет, материал классный. На липучках. Здесь действительно внутри везде войлок. Прям везде-везде. Видите? И подошва тоже классная. Не скользить ничего не должна. Но сейчас уже после, вот как морозы сойдут, на, я думаю, уже даже на ноль будет нормально вполне себе, потому что здесь войлока прям много, он такой толстенький, хорошенький. Понравились, слушайте, за 800 рублей вообще ботиночки шикарные, прям вот очень понравились. Покупочка Яндекс.Маркет, и здесь очень интересный травяной БАД, наверное, скажем так. Не БАД, пищевая добавка. Отзывы интересные, отзывы положительные. Сейчас открою, покажу. Ну, впервые, я не знаю, как правильно называется, по-моему, Тришан. В общем, это дело для иммунитета. Здесь 30 таблеток, бывает и побольше. И здесь очень богатый травяной состав. У меня девчонки в Телеграм высказывали мнение, что, ну, как бы могут быть аллергические реакции, потому что, ну, здесь куча трав. Это индийский препарат Занду. Индийские препараты тоже очень хвалят. В то же время мои девчонки. Вот, поэтому взяли попробовать. Взяли попробовать, пусть будет. Я вот такие вот штуки на самом деле люблю больше, гораздо больше, чем лекарственный препарат. Вот я вам состав подробно показала, как вы можете ознакомиться. Ну и в карточке товара по ссылке тоже можете посмотреть. Там все подробно описано и почитать отзывы. Взяли на пробу, посмотрим. Потом, если будет что сказать, обязательно расскажу. Купочка Яндекс.Маркет, это кофе. Посоветовала мне его девочка, кстати, на Дзене. Самый дешевый был на Яндекс.Маркете. Сейчас откроем, покажу, что за кофе. Смотрите, как пришел прям в такой большой коробке. Бумажечка, потому что банка из стекла. Много пленочки, ух, ничего себе. Это Якобс Монарх, и именно вот такой вот с бразильской арабикой. Интенсивный аромат, вот такой вот с голубенькой полосочкой. Именно он. Порекомендовали сейчас по аромату. Я уже открыла. Но пахнет прям насыщенно. Сейчас будем пробовать и расскажу тогда. Банка большая, здесь 150 грамм. Пробовала. Терпкий такой, терпкий, вкусный кофе. Мне нравится. Такой не горчит, но с молоком. Возможно, без молока будет горчить. Насыщенный вкус, интересный. Мне понравился. Прям такой, эх, бодрящий. Ну, на этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Все ссылочки, как всегда, в описании, в том числе и на кислородный карандашик Pink Magic. Всех люблю, целую, всем пока-пока.